этим цветом, цветом света, накроем все. Пока вот все хорошо, но наращиваем темп, и в том числе небо не должно остаться без попечения. Взять разбел синьки и начать закладывать небо вот такими мощными укладками. Сначала синьку, потом синьку с розовинкой. Вот она и будет похожа на ту среду, которая нас интересует. Дальний планчичек наметить сначала синеньким. Наверное, все-таки завышена линия зеленого. Вот сюда, наверное, уйдет дальний планчик. А это превратится в облако, которое присело к линии горизонта. И водичка, поскольку она не стоячая, да, собственно, она стоячая здесь не очень бы устроила, ей все равно нечего отражать. Поэтому ты с густотой рябушку воды, вот такую рябь воды, творожистым мазочком заложишь. Хорошо? Вот. Можно пальцем вогнать сюда, мягко вогнать дымчато-розовенький закатный. Давай. Дымку облака тоже загоним. Вот, пусть пока там все будет с дымкой. Ты видишь, я палец все время защищаю и укладываю. Слишком вот так уложено. Вот так, смотри. А должно быть вот таким вот рыхлым чебяком. То есть слишком полосой вот такой. А должно быть чебяком рыхлым. Причем, может быть, там вдали вода будет колеблема, а здесь вблизи, может быть, будет вот это. То есть, еще посмотрим, может быть, прикольнее будет, чтобы она здесь стояла. Все-таки здесь заводь, камушки. А там вроде и есть, чтобы такое, да, отражение. Камушки, поэтому пусть стоит, а там вдали ребрица. Но это, понимаешь, что пустое это пятно тебя, ну, да, мучает. Ты не знаешь, что с ним делать. В общем, да. Есть такой художник Стажаров. Ты, может быть, видел его работы. Он с такими пятнами, конечно, расправляется густой краской, пластилином краски. Он в 70-х годах царствовал как художник. Очень много у него поклонников. Поэтому вот эти густоты, вот такие. Темноты. То есть он пластилином краски, он очень любил как раз русскую природу вот так вот писать, пластилином краски накрывает почти бессодержательно. В нашем случае номер бессодержательно не пройдет. О, кстати, здесь склон, да? А здесь снова вода. А, что тоже хорошо. Не обратил внимание, что вода. Прямо явное отражение там. Небочко можно подсунуть чуть-чуть. То есть почти бессодержательный пластилин. Обязательно демонстрируем лежачесть плоскости.
Ты видишь, это не раскрашивание, вот то, что я сейчас делаю, это не раскрашивание, это пересчет пятен. Согласен? Но в нем содержание. Зелень здесь светла. Светло. Ты понимаешь, что он бы, ну, так бы он предположительно вытворял бы. То есть он просто забросает это все густотой краски. И лепя внутри нее, получит некий результат вполне узнаваемый и, главное, русский результат. Смотри, вот такой. Вот такой. Лепка. Грязцы разного, грязца разного содержания. Ладно? Ну вот надо на это решиться сейчас, распробовать это. Немножко обобщение. Смотри, как сразу стало лучше. Смотри. Согласен? Слишком много мелкого мазка. Мелкого и от этого как бы неуверенного. Смотри, как вот эти вот чвяки и кляксообразие. Посмотри. Обобщили и... Стало интереснее. Так, а это у нас избушечки там, да? Избушечки надо показать. Разве избушечки? Нет? По-моему, какой-то заборчик здесь. Похоже на постройки, тем более, а чего тогда, собственно, забор? От кого? От птиц? От медведей? Нет, мама. Вот здесь тоже вот... Смотри, вот чего там столько полосатости, когда там дальний план, вот он, вот он. Вот ни к чему там содержательная часть, смотри. Ты согласен на такое? Давай полюбишь, чем так не так.
смотри, обобщающий. Стало лучше. Смотри, сколько времени я не отпускал мастихин от холста. Вместо вот этих бесконечных сегментиков, вот смотри, я кляксу слепливал. Ты понимаешь? Тоже это как хороший элемент. Ну и русская трава, она все-таки, смотри, она зеленая. Солнца мало, дождей много. Да. Неожиданно. Зато избушечка, вернее, церквушечка будет здорово звучать. Правда, у нее есть цветовой аргумент в том числе. Там какой-то такой вечернее спокойствие. И, кстати, смотри, вот эти вот пластилины, в том числе крупных замесов, таких крупных мазков, как они сейчас вот усаживаются хорошо. Смотри, вот я ни одного мазочка не поставил мелкого. Наоборот, все время обобщаю. Ну, понятно, что я твое обобщаю. Но обрати внимание, что не обязательно так мельчить. Ты видел эти выкрутасы? Можно и посадить, но солнце не должно быть там. И вот здесь напряжение такого не должно быть. Вот этот пенек вообще уберем. А
он маленький стал. Нет, я сознательно увеличил дерево. Соинка, да? Храм в любом случае нужно увеличить. Но я сознательно увеличил дерево, сначала спасая от этого пенька. Когда пенек убрал, можно, конечно, было и пониже. Но все равно, во всяком случае, есть цельность этого куска, которая должна за счет, может быть, даже вот этого бугорка, вот этого, несколько соединиться с храмом, который будет размером покрупнее. И вещества ты пожалел, ой, пожалел храм. Еще бы его чуть-чуть несколько досок прямо выразить, как доски. Согласен, да? Угу. Здесь кистью немножко поковырять. Как раз на этом бугре будет крест. Тоже как бы предметный план. И вот они соберутся в эту композиционную линию.
Как тебе такой ход? То есть вместе с камнями они создали реку. А здесь реки нет. Алло. Так, что у нас тут еще интересного? А? Не знаю, кто показал, что хочется опустить немножко зелень сюда. Там Юлия стало... Жукова или Юлия Конна? Прям такую площадочку для детишек. Ну, и причем, мы договорились, что я с ней приезжаю, и заявками, а я с ней уже снимаю, мы там это не снимаем. У нас другое совершенно. В чем тут заявки? Светленькая Юля, это Коннова. А? Так. Это наша, которая нас ведет, Юля. Ну. Я ей сказала, что ты приедешь, заявки оформишься, а я к ней приеду. Но она не говорила, что завтра. Она сказала, что завтра она поговорит, да, завтра нам поговорит с коммерческим. Поэтому мы с ней завтра на садоводе. Ну, надо будет, поеду. Тогда я в любом случае верю. Ну, так а что ты от меня хочешь-то, Таня? У меня рабочий день закончился. Так, ну давай, храм дорисовывай. Вот таких вещей.